благодарность. В современном мире мы живем намного богаче и изобилие, и счастливее, чем люди 200 лет назад. О многих вещах в нашем современном мире было прошлым, что цари и мечтать не могли. Тем не менее, жизнь многих из нас есть место недовольства. Недовольство рождается каждый раз, когда что-то внешнее не соответствует той картинке, которую мы себе представили. Но если быть повнимательнее, то можно заметить, как много прекрасного встречает нас. Каждый день переполнен событиями, за которым можно быть благодарными, которым можно послать любовь, можно радоваться, и они будут заряжать, вдохновлять, наполнять энергией, наполнять счастьем. И что самое главное, помогать вам создавать такое состояние, которым вы можете быть благодарны. За одну и ту же ситуацию можно быть либо благодарным, либо быть недовольным. Каждая ситуация, которая возникает в нашей жизни, это может быть нашей точкой роста и может быть нашей точкой погибели. Все зависит от нашего восприятия, как мы воспринимаем реальность. Быть благодарным или испытывать недовольство – это всего лишь наш выбор, осознанный или неосознанный. Это не зависит от внешних обстоятельств, это зависит всего лишь от выбора. Очень много событий, за которые можно быть благодарным, и развитие этой привычки приводит к тому, что вы все больше и больше замечаете это. А значит, все больше и больше пребываете в состоянии счастья, наполненности, радости и притягиваете все больше и больше событий, которые разворачиваются в вашей жизни благодарностями. Прямо сейчас я предлагаю наполниться этим состоянием и пойти жить дальше свой день в состоянии благодарности. Учась замечать все прекрасное, что происходит с вами. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Выдохните все напряжение, которое есть в теле. Пусть ваше тело станет свободным и легким. Еще один вдох, задержка. Вдох, выдох, выдох, благодарность. И еще раз глубокий вдох. И выдох, вдыхая при этом каждую клеточку, жизнь и свет, внимание в теле и полное освобождение. Расслабление приводит к тому, что начинает что-то раскрываться внутри. Вы можете почувствовать, как ваша грудная клетка становится намного свободнее. Она раскрывается, в ней рождается любовь и благодарность. Прямо сейчас, с каждым вдохом, вы можете вдыхать, расширяя состояние внутри.
Пусть свет вашей груди становится все более теплым, все более расширенным, все более ярким. На выдохе вы можете посылать свет куда угодно, и это будет вашей благодарностью. Вдох – любовь, выдох – благодарность. Прямо сейчас пошлите эту любовь телу, благодарность за то, что оно вам служит от самого первого вдоха до самого последнего выдоха. Оно с вами, как бы вы его ни питали и чем бы вы его ни питали, как бы вы ни нарушали режим дня, оно служит вам верно каждую секунду времени, помогая вам здесь, проживать вам на этой земле тем, кто вы есть, и тем, кого вы себя знаете. Благодарю тело за то, что ты служишь мне. Прости за то, что порой поступаю безответственно в отношении тебя. Я люблю и благодарю тебя. Я люблю и благодарю тебя, тело. Прости меня, что я порой обесцениваю тебя. Прости меня, тело, что я порой не даю тебе сна, что я порой не кормлю тебя правильной пищей. Прости меня за это. Я благодарю за возможность двигаться, за то, что я дышу. Благодарю за то, что я вижу, за то, что сейчас я слышу. Благодарю за то, что я чувствую вкус. Благодарю за то, что я чувствую запах. Благодарю за то, что я могу насладиться приятной прохладой леса. Могу насладиться теплыми лучами солнца. Ощутить жар раскаленного под солнцем камня. И мягкость сухой песка. Благодарю тело за возможность проживать эту жизнь через тебя. Прямо сейчас я делаю вдох. Наполняясь любовью и с выдохом распространяю эту любовь в каждую точку своего тела. Вдох – любовь, выдох – благодарность. Вы начинаете светиться все более и более ярко. Свет, который был первоначально только в груди, теперь распространяется по всему телу. Мягким гелием, мягким оттоком жизни. Он распространяется по всему телу. Вдох, любовь. Выдох, благодарность. И вы становитесь солнцем, ярким, лучистым, теплым. Наполните светом то пространство, в котором вы находитесь. Наполните любовью то пространство, в котором вы живете. То пространство, в котором вы работаете. Те предметы, которыми вы окружены. Благодарю за то, что у меня есть пространство, в котором я могу создать комфорт, в котором я могу создать чистоту,
котором я могу чувствовать себя безопасно, приятно, комфортно, тепло, уютно. Со вдохом вы начинаете светиться все ярче и ярче. Все больше и больше любви наполняет ваше тело. Выдох. И с выдохом этот свет разливается туда, куда направлено ваше внимание. И каждый предмет в пространстве в буквальном смысле слова наэлектризуется светом. И все вокруг вас начинает светиться золотистым светом с вами в унисон. Каждый человек является безграничным источником любви. Вы можете послать любовь прямо в сердце другому человеку, помогая ему раскрыться, светиться и расширять свою любовь, свой мир. Пошлите любовь родным вам людям, окружите их любовью. Пусть пространство вокруг них засияет золотым свечением. Пусть станет комфортно и безопасно, тепло. Вы чистое внимание, и другие тела, другие люди, это ваши тела, это ваши умы. Вы сейчас разделены. И вам кажется, что вы отделены друг от друга, но изначально вы чистое внимание, в данный момент воплощенное тем, кем вы сейчас есть. Вы можете ощутить божественную связь с каждым человеком, наполняя его жизнь любовью с такой силой отдачи, словно это ваша жизнь, и так это и есть. И даже более того, когда вы осознаете себя отдающим, вы соприкасаетесь с Богом. Бог – это вечно отдающий. У Него есть все и вся. Он отдает любовь, свет, время, пространство. И когда вы даете что-то другим людям, будь то улыбка, любовь, либо внимание, вы прикасаетесь к сути отдающего. Вы наполняете божественной сутью себя и все, с чем вы соприкасаетесь. Пошлите любовь дорогому вам человеку. Одному, второму. Вы все связаны между собой, и расширение вашей любви и благодарности неизбежно наполняет любовью жизни каждого вокруг вас. Маленькая искорка в вашей груди расширяется и превращается в огромное солнце. Все, чем вы встречаетесь днем, ночью, в любое время, в любую погоду, начинает светиться. Ваш свет проникает в каждый предмет, в каждого человека. И наполняет все любовью и благодарностью. Вдох – любовь, выдох – благодарность.
Я дарю любовь всем живым существам любви. Я дарю любовь земле. Мое тело – это ожившая часть земли. Мы с землей едины. Я люблю тебя, земля. Благодарю тебя за пищу. Благодарю тебя за климат. Благодарю тебя за пространство. Благодарю реки, благодарю ветер, благодарю за жизнь. Я дарю любовь каждой молекуле воздуха. Пусть воздух на всей земле становится заряженным светом и любовью. Пусть оно излучается и, проникая в легкие каждого живого существа, раскрывает его сердце и помогает ему наполниться любовью и благодарностью. Благодарю солнце. Я шлю любовь солнцу. Я чувствую его тепло. Я чувствую его свет. Я чувствую, как союз земли, воды, воздуха создает жизнь, ну, неделимую. Часть моего тела находится там, на небе, где светится солнце. И часть моих легких находится там, где растут деревья. Все это единый организм. Все это единое тело. Я благодарна всему и вся, всему, что я есть. Я не только это тело. Я этот воздух. Я эта планета. Я вода. Я солнце. Я служу всему этому. И все вокруг служит мне. Одно влияет на целое, а целое влияет на одно. Вдох – любовь, выдох – благодарность. Вдох – любовь, выдох – благодарность. Вдох – любовь, выдох – благодарность. Я чувствую связь, я чувствую любовь, благо даю, благо принимаю. Я в буквальном смысле дышу любовью и благодарностью. Я есть то, кто я есть. Благодарность. Я есть любовь. Благодарность.